Digital CRM таргетинг. Сегодня от этих слов может зависеть прибыль любой компании, от крупных корпораций до мелкого бизнеса. Но многие предприниматели до сих пор с опаской оглядываются на эти термины, предпочитая работать по старинке. Мы видим реально большие проблемы в отделах продаж Уфы. Проблема в том, что менеджеры работают в режиме справочной, плохо обрабатывают заявки и звонки от клиентов. Наверняка, вот просто вспомните последний раз, когда вы куда-то вообще обращались, кому-то звонили. Хорошо, если вообще от вас возьмут трубку и хорошо проконсультируют. Но в основном менеджеры просто работают в режиме справочной, не продают, плохо обрабатывают заявки. Из-за этого бизнес теряет реально большие рекламные бюджеты, несут расходы. Ребята из диджитал-агентства Lofty Lab приготовили мастер-класс, в котором расскажут, как избежать таких случаев. По их мнению, сегодня компании вкладываются в рекламу, но не обращают должного внимания на обработку заявок. И из-за этого теряют большие деньги. Мы расскажем о том, как работать над тем, чтобы продажи компании стали лучше, и о том, как автоматизировать эти продажи. Для многих слово CRM, которое присутствует в названии нашего мастер-класса, оно очень необычное и тоже неизвестное. На самом деле в этом нет ничего сложного. CRM – это Client Relationship Management, то есть управление отношениями с клиентами в определенной программе. Это программа, в которой бизнесы ведут свою клиентскую базу. И как с ней нужно работать, как ее грамотно вести. Мастер-класс продажи CRM «Прибыль» пройдет 27 июля в Президент-отеле. Организаторы приглашают предпринимателей, менеджеров по продаже, маркетологов и всех, кому интересна тема эффективных продаж. Принять участие в мастер-классе можно, оставив заявку на сайте. Глеб Безбородов, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ.